Накануне в Йошкар-Оле состоялись чемпионаты и первенство страны по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Сборную Мордовии на соревнованиях представляли 9 спортсменов, которые завоевали 10 медалей. Удачнее всего атлеты Республиканской спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова выступили в спортивной ходьбе. На счету скороходов 3 награды, 2 из которых высшие пробы. Единственное золото чемпионата страны и региона 13 принес Александр Суринов, который был лучшим в ходьбе на 5000 метров. Я терпел. Потом уже тяжело стало. На последнем круге я ускорился. Практически бок о бок с чемпионом страны первую часть аналогичной дистанции прошагали девушки. Сестры Алина и Регина Хохловы задали такой высокий темп, поскольку не хотели отставать от Александра. В итоге обе были вне конкуренции и помимо медалей выполнили нормативы мастеров спорта. Шли мы в лидерах. Обогнали. Много кого. Тяжело было, это я знаю. Еле-еле дошли. У меня сестра большинство получает первые места. Я пока что на втором месте. Тренера хорошие, тренируют хорошо. Вот, может, из-за этого такой результат. Помимо скороходов, на минувшем старте золотые награды завоевали прыгуны в длину и высоту. Александр Владимиров из Дубенок и Татьяна Кудашкина из Краснослободска. Серебро на счету Олега Абрамова, который был вторым в беге на 800 метров, и высотника Виктора Шукшина. Бронза в активе спринтера Юлии Слесаревой, стайера Александра Баранова, а также квартета юношей в эстафете 4 по 400 метров. Такого успеха на соревнованиях подобного уровня мордовские легкоатлеты еще не достигали. И тренировочный процесс налажен, стал более лучше. Тренировки стали более грамотными. Ну и, наверное, финансирование еще нам помогает, что дети у нас сейчас полностью экипированы. Стоит отметить, что по итогам минувшего старта Александр Суринов, сестры Хохловы и бегун Александр Абрамов вошли в расширенный список национальной сборной нашей страны и теперь будут готовиться к международным стартам. Юрий Осипов, Александр Тюзяев. Наши новости.